На заседании областного правительства скорректировали принятый в январе порядок предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям. Изначально механизм позволял территориям тратить средства, полученные из областной казны, на рефинансирование своих долговых обязательств, а также на инвестиции на строительство объектов муниципальной собственности. Но в условиях текущего года, когда доходы бюджетов сократились, список инвестпроектов решено пересмотреть. Сегодня мы расширили понятие инвестиционной цели, то есть кроме капитальных предусмотрели еще и текущий ремонт. Что касается Тольятти, о котором мы упомянули, от Тольятти были письма соответствующие в адрес губернатора, правительства, о том, что тот порядок, который существует на сегодняшний день, он довольно-таки жесткий и не позволяет, скажем, кредитоваться в первую очередь на вопросы, связанные с благоустройством территории.